Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в новую серию нашего шестого сезона с модом Pixelmon. И что мы будем делать в этой серии? Я пока что не представляю, потому что... по сути, нам предстоит многое что сделать. Покерадара нету. Боссы, может, где-то есть, но... их найти не так уж и просто. Вашу мать. Ну, в принципе, логично. Даже тот же Граулит был в 8 уровень, но он нас запихал, потому что тройной против огненного, ну, в принципе, понятно. Но все же давайте еще раз попробуем. Тут ничего такого нету, потому что мы находимся возле лечилочки, поэтому хоть он нас и убьет. Мне так кажется. А, хотя нет. Как это дождь заманал? Честное слово, ребята, вы заметили? Давайте посмотрим. Дождь, вашу мать. Везер. Тут дождь каждые 2-3 минуты начинается. Это дурдом какой-то, если честно. Я не хочу дождь каждые пару минут. Не хочу. Так, Тюртвик, 13 уже уровень. На 16-м, да где-то на таком уровне у него эволюция. Поэтому будем надеяться, что мы сможем его эволюционировать как можно быстрее. Хоть бы он уже был каким-то, ну, маленьким уровнем, но с какими-то хотя бы нормальными атаками, да? Потому что с обычной атакой мы толком никакого урона не наносим. О, давайте мы пойдем в лес. Мне кажется, в лесу будет круто, потому что еще в это... О, нет, 22 уровень нет. А еще, наверное, нужно... Вот 7 уровень, наверное, можно убить. А еще нужно будет в шахту сбегать. Ух. Опа. Это уже другое дело. А, видите, это круто, знаете, что круто? То, что в чате... Опа. Не в чате, а видите, там, где окошко Тюртвига, вот тут, пишет, что наш покемон... как это? Ух ты нафиг, иди ты в попу. Что наш покемон отравлен, да? То есть он получает урон от отравления. И это прикольно, то, что там пишет, потому что можно увидеть. Ага, то есть если покемон отравлен, круто, мы это знаем. Спасибо за инфу, можно и так сказать. Я не знаю, куда... Ну, травяной, мне кажется, будет нормально против Мэджикарпов, как думаете? Эконс? Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем против 11 уровня Эконса. Да, не. Чё-то нас все, ребята, шпилят. Нас все шпилят что-то. Это не очень круто. Нужно, наверное, все-таки идти на Мэджикарпах. На таких 8-9 уровнях, но на Мэджикарпах, и прокачаться хотя бы до 20 уровня, прокачать хотя бы до 20 уровня нашего Тюртвига. А потому что вы сами видите, что другие нас просто уничтожают в какой-то степени, поэтому нужно попытаться найти каких-то маленьких водных уровней, ну, водных покемонов, маленькие уровни. Вот Сентред. Можно. И мы его нормально... И он нас не очень. Гулдин, я слышу. Ну вот, смотрите, 5 уровень Мэджикарп. Почему бы его не долбануть и почему бы не отхилиться? Ух, а, нет, это нормально. Я думал, мы кинули на 20 уровня. Мы их долбим, ребята, с парочку ударов. Ух, а, 23-й. Не. Убили, вашу мать. Так, ладно. Ладно. Будем хилиться, потому что... Хардкор — это не покерадар, это просто обычная какая-то мини-карта, которая отображает, ну, есть ли какие-то не покемоны, есть ли какие-то мобы или что-то в этом роде. Поэтому эта карта считает, как будто покемоны — это мобы. Поэтому отображается, что на карте кто-то все-таки присутствует, но хоть и это, нет, хоть и это не покерадар. О, мне кажется, мы его завалим. Конечно, завалим, это же Мэджикарп. Плюс к тому еще нормально так даже уровня получим. Ну смотрите, Тюртвик уже 16 уровень. Сейчас он уже должен эволюционировать. Вот прямо вот сейчас, наверное. Нет, не на 16-м, значит чуть-чуть позже. Но все же на Мэджикарпах, ребята, мы плюс Рыбу,
добываем себе, а рыба нам будет нужна, потому что мы же будем включать себе голод, да? То есть сейчас мы играем без голода, только... Опа, Шинкс. Сейчас мы играем только без голода, только потому что... Ну, это только начало сезона, и нету большой возможности, да, там, включить голод и хавать каждую серию. Поэтому мы сейчас играем... Опа. Так, атаки всякие, вот поэтому сейчас мы играем без голода, ребята. Ну, я думаю, это ничего такого страшного нету. Потом, если что, включим. Наша первая эволюция. Это круто. Это очень круто, ребята. Первая эволюция в этом сезоне. Я вас, ребята, поздравляю от всей души, потому что это действительно очень круто. Ну, в принципе, да, нужно сейчас качаться на каких-то... Сейчас мы качались до какого уровня? До 18-го? Да, до 18 уровня мы качались на водных покемонах. Такие 10 уровни, да? Мы качались на водных покемонах. Такие 10 уровни, можно сказать. А сейчас мы будем качаться... Ну, не сейчас вы убили нас. А сейчас мы будем качаться на покемонах такие 25 где-то уровни. Это, мне кажется, будет круто. Потому что мы сейчас... Так, атаки... Ну да, вот у нас вот эта атака, которую мы выбили. Мы качались на маленьких уровнях покемона, водных. Но сейчас мы также будем продолжать качаться на водных, но уже на более высоких уровнях. Опа, здрасте, мордасти. А какой он уровень? Если он где-то 10-й, 4-й. Ну это уже очень мелкий, то есть... Опа, иди ты нафиг, 20-й уровень. Ну вот тебя можно, Magikarp. 15-й уровень как раз нормально. С двух ударов, ладно. Если бы мы другой атакой ударили, то с одного удара. Так, с двух. Нормально. Ребята, кто помнит, мы же пред... Опа, ни хрена себе, там Блазикен разгуливает, как ни в чем не бывало. Ух, я бы... это немного хреново, вот эти хрени, то, что нельзя убежать. И нам каждый раз нужно возвращаться домой, потому что нам нужно хилиться. Не, все же, ребята, опа, нормально. Это что за танцы? Марипы. А. Знаете, что я хотел нажать? Я хотел нажать на буковку, чтобы в покерадар ввести слово Мариб, да, чтобы их поубивать, а чтобы скрафтить себе кровать. Ага, ага, да. Покерадар. Да. Он парализован у нас, Гротал. А если мы его вылечим, то паралич пройдет? Да, пройдет. Ага, ну понятно. Сейчас я уже разобрался немного. Фу, ладно, ладно, ладно. Что бы нам делать? Ну, во-первых, нужно собирать априконы для того, чтобы делать какие-то покеболы, для того, чтобы ловить новых покемонов. Плюс тому нам нужно пойти в шахту, ребята, потому что без ресурсов, которые мы сможем добыть в шахте, мы не сможем дальше развиваться. Поэтому, ребята, и так нужно будет пойти в шахту. Ух ты, нафиг, идите вы нафиг, вот такие большие уровни. Опа, коровушка. Нет, я думал с одного удара, но так, более-менее. Учитывая то, что 13 уровень, а у нас Гротл, ну, 2... Вылетела, еще раз вылетела, потом еще раз вылетела. Поэтому, ребята, пока что довожу. Это дождь, меня бесит. Поэтому, ребята, пока что не просите у меня сборку. Я не знаю, когда сборка будет, я постараюсь ее сделать как можно быстрее к 10-й, 15-й серии, но пока что... Меня еще много раз выкидывает. Я не хочу вам давать сборку, чтобы вас выкидывало каждые там пару минут. Меня действительно много раз выкидывает, вам это не видно, но все же действительно много раз меня уже выкинуло с этими ошибками всякими, хотя даже без какой-то ошибки я просто взял и выкинул. Поэтому, ребята, я пока что не представляю. Хоть давайте мы на такие даже не будем пытаться нарываться. Потому что, ну зачем на них нарываться, да, потому что они нас просто-напросто убьют, и нужно будет возвращаться домой, потому что, ух, нифига себе, тут красота. А потому что покехил, о, 35 уровень, не хочу, потому что покехил мы не сможем использовать, я уже говорил, почему, ну, раз у нас хардкор, то будет какой-то полный хардкор. По поводу того, что мне предлагали люди, то есть, мол, Эдисон, а если заспамится босс, да, боссы тут по сути редкие, да, будут, можно и так сказать. Если заспамится босса, и он убьет твоего покемона, то ты же не будешь бежать домой, чтобы вылечиться и потом возвращаться обратно за боссом. Естественно, ребята, что я не буду так делать, потому что, ну,
логично то, что боссы в этом сезоне будут очень редкие, вы сами понимаете это, потому что покерадара у нас нету, и может мы будем встречать одного босса, ну раз там, не знаю, сколько много серий. Поэтому, если заспамится босс, если он нас убьет, то мы же, конечно, просто-напросто выйдем с боя, да, потому что он нас убьет, мы вылечим своего покемона через Поки Хил и попытаемся его убить опять. То есть, если такая ситуация произойдет, что я использую Поки Хил после того, как нас убьет босс, да, и... После того, как нас убьет босс, и чтобы мы опять вступили в бой с ним, то не нужно кричать, мол, я там читер, да, я говорил, что я не буду использовать покехил, но я его использовал. Ну, а как вы хотите, то есть мы встретим босса раз не знаю сколько серий. Если он нас убьет, то что нам делать? Возвращаться домой, то есть, а, ну ладно, сейчас пробежимся домой, вернемся, опять убьем босса, ага, конечно. Он же пропадет, и все, и жди следующего босса, когда он там может когда-то заспамиться, и то вряд ли. Эта атака вроде нормальная, конечно, не против водных покемонов. Против водных тоже нормальная, но не прям очень, да? Мы заменили предыдущую, которая даже... Опа. Которая даже урона ничего не наносила. Ну, смотрите. Мы запасаемся вкусненькой рыбкой на будущее. Потому что, когда мы включим голод, рыбочка очень нам пригодится. Плюс к тому, мы на таких маленьких уровнях, мы их очень быстро убиваем. И мы... Санкерн, и мы нормально прокачиваем себе уровень, то есть как бы себе, ну хотя он не очень так важен, он сейчас у нас 13 уровень. Я боюсь, он какой-то там 30, нет, лучше давайте пока что не, у нас какой там уровень? Гротл 23 уровень, мне кажется, еще очень быс, опачки, ух ты, 48. Первый наш бол в этом сезоне, ребята, я вас поздравляю. Мы нашли покелут, из покелута выпал наш первый бол в этом сезоне. Это очень круто, я действительно вас поздравляю, потому что это, в принципе, такие запоминающие события, да. Хилбол выпал, первая эволюция, это у нас Тюртвий Гротл, да. Не убей, пожалуйста. Так, замечательно. Сейчас нужно понаходить таких маленьких уровней, то есть, знаете, зачем? Для того, чтобы вылечиться. Ух ты. О, нифига себе, это что за лаги в воздухе? Летает вода, это нормально. Не обращайте внимания, это природное. И природное явление, аномария, может мы где-то возле Чернобыля находимся. Все возможно, да? Может генерация пошутила над нами, где-то рядом Чернобыль заспанила. Не, ну я, конечно же, шучу. Так, Magikarp, вылечимся. Вот эта атака нормальная. Абсорб, или как она там называется. Нормально для того, чтобы... ну, ты вроде большой уровень не будешь. Тут Иви могут быть. Конечно, тут могут быть Иви. Но подумать то, что мы словим Иви хилболом... Бред. Честно скажу, бред. Потому что Иви... Вы знаете, что Иви сами по себе это большие засранцы. Сами по себе это большие засранцы. А чтобы словить еще хилболом, это я не знаю, как нам должно повести, чтобы мы ее смогли словить хилболом. Вряд ли мы это сможем. Вот смотрите, я сейчас нашел зелененький абрикон. То есть мы сейчас уже сможем начать садить вот эти абриконы. Опа. Ага, это камень, да? Мы сможем уже начать их садить. Давайте попробуем. Вашу мать, как мы классно попали на огненного покемона. А, ну, не прям огненного, да? А вот этой, да, ты должен более-менее так наносить урон. О чем я говорил? Вот сейчас мы начнем выращивать абриконы и сможем сделать себе Dusk Ball. Потому что вы видите то, что я нашел... зеленый абрикон, и это очень круто, потому что Dusk Ball это, наверное, самая полезная вещь, но единственный минус то, что мы сможем охотиться только ночью, да, но в какой-то степени это на начале сезона тоже плюс, потому что, ну, хотя бы ночью мы сможем поохотиться, да, если днем не сможем, то хотя бы ночью. Это нормально, если честно, потому что ночью тоже нужно охотиться. Опа, так, сейчас. Офигеть! Так мы в предыдущей серии только нашли вот такую же гробницу, и в этой серии мы точно такую же нашли. Офигеть! Только она сейчас как-то в воде странно заспамилась. Ну,
Какая нам разница, как она заспавнилась, хоть бы в небе она заспавнилась, какая нам, если честно, разница, как? Просто мне интересно, как мы сейчас туда проберемся. Не, ну спаун, согласитесь, что спаун какой-то немного странный. Три, вот так, три. Ну, в смысле, три блока поставить. Главное... Ух ты, нифига себе, смотрите, как блок упал. Почти на вот это. Так, главное сейчас нам туда не упасть. Опа, вот так. Ну, нормально. Хрень. Ух ты. А вот кости, мне нравятся кости. Ну, в смысле, не мне нравятся кости, а нравится то, что мы нашли кости, потому что они нам помогут в развитии. Мы же будем выращивать, как я уже сказал, априконы, да? И кости нам понадобятся. Кости с покемона падают, ну, очень редко. С кого они? С кьюбона падают кости. И это, если честно, тоже редкость. Поэтому, мне кажется, нормально. Нормально это то, что мы нашли кости. Даже пригодятся, если честно. На первое время это очень круто. Я просто сейчас, знаете, еще хочу посмотреть, есть ли тут еще какие-то покелуты. То есть, единственная надежда в этом сезоне... Это же, конечно, только на покелуты. А где самое проще найти покелут? Конечно же, в пустыне. Где же еще? Но. Пустыня тут не такая уж большая. Опа, это еще... Так. Ага. Так мы вернулись. Мы вернулись в наш покецентр. Так возле этого покецентра мы нашли вот эту гробницу, да? И с другой стороны была еще точно такая же гробница. Офигеть. Так, рыбки у нас, конечно. Так, это сюда можно, это тоже можно. Вот сюда поскладывать. Я бы поспал, конечно же, но... О, так. Почти забыл вылечить гротла. Я бы, конечно, поспал, но у нас нету ни шерсти. Поэтому мы никак, к сожалению, сейчас не сможем поспать. А давайте... Сейчас, когда мы можем... Первый босс в этом сезоне засваивается возле нашего дома, но... Ух... Ух, вряд ли мы его убьем. Ребят... Вот сейчас, да, сейчас можно покехил использовать, потому что я даже вас предупредил в начале серии, да? То есть я даже вас в начале серии предупредил. Бюрн, ну, как бы наш покемон загорелся, можно так сказать. Ух, вашу мать. Вашу мать. Ну почему? Все, уже Вульпикс пропал, да? Да, пропал. Почему именно Вульпикс? Почему Вульпикс? Ну почему не Маджикарп, или Голдин, или любой какой-то другой покемон, почему именно Вульпикс, огненный покемон, который убивает, ну, запросто, да, можно сказать, огненный покемон против травяного, как бы логично, да, что он его убьет, плюс тому наш покемон 20 уровень, ну, где-то такой, да, 20 приблизительно, тогда он был, да, сейчас мы уже убили парочку, ну, покемонов, да, тогда он был 20-й, а босс был 45-й, да, какой-то? Ну, я тебе сейчас отомщу. Я отомщу твоим братьям, сестрам Вульпикс. Ну, вот видишь, ты нас убила, я отомстил за это. Ну, как я уже сказал ранее, единственная надежда в этом сезоне... Это покелут. И, наверное, знаете, вот эти... Как покелут, только... Они спамятся в таких деревьях, да, то есть спрятанные покелуты в каких-то деревьях. А эти деревья находятся, ну где они находятся? Они больше всего находятся в тайге, в зимнем биоме, хотя может даже в зимнем биоме, но в тайге их реально очень как-то много, да вроде даже в обычном лесу их много. Поэтому даже их нужно искать.
опа, там кто-то бегал. Ну, или вот так ходить, опа, опа, это, нет, мне показалось, это босс красненький, да, но это не босс. Ну, хотя, ребята, Optifine, ну, я не скажу, что он сочетается с Пиксельмоном. Optifine к Пиксельмону додает, если, додает, прибавляет, можно сказать, еще больше лагов. Я так понял. Поэтому вряд ли, ребята, мы будем добавлять Optifine. Да, если честно, он не очень сочетается на этой версии новой. То есть там еще больше лагов. Поэтому я не в курсе. В шахту нужно идти, в шахту. Мы, наверное, в шахту пойдем в следующей серии. 35 уровень. Если бы он был 20 уровень, то я бы вряд ли на него напал. Потому что это огненный покемон, да? А я не то, что сказать, что 35 уровень на него нападать. Ну, карта не скажу, что прям очень полезная, но хотя бы мы сможем посмотреть на карте, сколько покемонов находится вокруг нас, да? Оно не определяет ни боссов, ни шайни. Шайни у нас вряд ли будут вообще в этом сезоне. И босса то мы, как бы, знаете, случайно нашли, можно и так сказать. То, что выбежали из дома, и там босс был, да, и то, ух, нифига себе, 40 уровень. И то мы его случайно нашли. Поэтому фиг его знает, если честно. Ну, зато, знаете, мы в этом сезоне не будем раздражаться по поводу боссов, которые спавнятся в земле, потому что мы их просто-напросто не будем больше видеть, да. Мы же не можем так прийти куда-то в рандомное место. Такие ощущения, экстрасенсорика. Опа. Босс на этом месте, босс под нами. И копаем вниз, да, и то есть покопали вниз и нашли там шайни в земле, да, или нашли какого-то там босса в земле, да. Конечно, не так, поэтому, ну, вряд ли мы будем вообще каких-то боссов видеть. Так, не вряд ли, а мы не будем боссов видеть в земле, потому что на карте же они не отображаются. Опа, это что? Это обычные горы, да? Это обычные горы, это там равнина. Ну что, ребят, нифига себе, эти гробницы. Еще одна. Две гробницы за серию. В предыдущей серии три деревни и одна гробница. В этой серии уже две гробницы. Я надеюсь, мы ее не лутали. Вроде мы где-то тут по окрестностям бегали. Ой, я там камерап-то вижу. Нет, не лутали. Это же заметно, да? Так. Ух ты, алмазик, железо, нет, ну, в принципе, золото, нифига, и кости, нормально. Кости, как я уже сказал, нам пригодятся, действительно. Я не знаю, честное слово, я вряд ли пока что буду строить дом, потому что вы видите, что у нас, ну, как бы, пока что есть другие заботы помимо дома, да, то есть мы немного обосновались в покецентре, поэтому мы пока что побудем там. А потом, если что, можем уже начать строить домы и всякое другое. Знаете что, может нам действительно, я там видел, где там была не пустыня, а в какую сторону мы вообще бежали? Ага, ну если туда, значит в эту. А, вот, равнина, нет, это не равнина, вот равнина вот там, если я не ошибаюсь, да? Сколько там уже серия? Серия уже, в принципе, долгая, ну как, не прям долго. Нет, это не равнина, это саванна. Да, ты, что ты будешь делать с этой саванной? А зачем я бегу в равнину? Зачем она мне нужна? Для того, чтобы найти марипов, да? Ух, я как-то вообще про шейдеры забываю. Там опять дождь падает. Да вы издеваетесь. Опять дождь падает. Сколько нафиг этого дождя вот тут? Я не... Это версия такая или это новая версия Пиксельмона? Я не представляю, почему так много дождя. Ух ты, нифига себе. Скорлупа. Опачки. Ну, я бы, если честно, пигнайта хотел словить, но... Ну, нечем его ловить, поэтому мы его никак не сможем словить. Я смотрю фосилы, но даже если бы я их заметил, я не знаю. Взяли бы мы, хотя постарались бы, может, да, то есть... каменной киркой, может, мы бы его и взяли. Тут, как я понимаю, уже больше ничего дальше нету, да, потому что тут уже начинается океан, и дальше просто-напросто прохода нету. Я там магмара вижу. Я не знаю, когда мы будем заканчивать вот этот сезон,
Потому что, ну, вряд ли мы сможем словить всех покемонов в этом сезоне. То есть, ну, как мы их будем вообще ловить? То есть, неподходящего, а нужного нам покемона мы будем ловить, ну, прям офигеть сколько. Мы будем сидеть на одном месте и выжидать, выжидать, выжидать. Это еще одна сокровищ... это деревня. Мы будем сидеть и выжидать. А как мы словим вообще всех покемонов, я не представляю. Честно, ну, честное слово, ребята, я не имею понятия. Опять сейчас наворуем, 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 наворуем. Кто-то заболел, кто-то заболел. Здрасте. Здрасте, мы мирные. Мы просто-напросто... мы будем пересаживать. Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Мы это конфискуем. Да, мы это конфискуем. Это нелегальные заросли конопли. Вы тут нелегально вот это все выращиваете. Так что, ребята, я конфисковал. Я ухожу. И все. Сколько тут пустыни. Мы уже вторую серию бежим. Бежим и продолжаем бежать. Я ничего не вижу, кроме пустыни, 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 пустыни. Потом чуть-чуть саванны и опять пустыня, пустыня, пустыня. Я не знаю. А знаете что? Если мы будем даже находить какие-то биомы, например, если мы найдем тайгу, если мы найдем, не знаю, зимний биом, если мы найдем... Что там еще есть? Глиняный биом. То мы, конечно же, будем оставлять вейпоинты, потому что... Опа, Мега Дрейн это круто, заменяем на Абсорб. Да, новая атака, это, конечно же, круто. И она, если честно, даже очень полезная. Она хилит нормально. Она, во-первых, нормально хилит. А во-вторых, сейчас мы даже сможем нормально прокачаться. Вот так. Даже на тех же Нумилах... Ну, хотя и Нумилы не прям такие уж большие уровни, но все же... Ну, дубасят нас нормально. Дактрио, какой то там... Сможем? Вряд ли, хотя... А нет, сможем. 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 Нафиг нам это не представляю. И это нам нафиг не представляю. Ух. Конечно же, ребята, как я сказал... Так, если мы прибежали с той стороны, ну там ничего нету, там тоже ничего нету, там тоже ничего нету, значит нам единственный путь это возвращаться домой, потому что по окрестности ничего нигде нету. А, о, зачем я кинул? Ну ладно, зато сможем вылечиться немного. Я не знаю, честно, мы постараемся к следующей серии, следующей серии, короче, в третьей, четвертой серии мы постараемся уже сделать Тортеру. Это уже, в принципе, будет даже очень быстро, как я знаю. То есть осталось несколько уровней. Но смотрите, наш Грота уже 29 уровень. Это уже много, можно сказать. Но немного печалит то, что мы не можем найти хотя бы какие-то биомы. Саванна нам нафиг не сдалась, потому что мы живем в саванне в данный момент. Я не люблю саванну, честно. Я не люблю саванну. Знаете, почему я не люблю саванну? Потому что когда ты строишься в саванне, то, ну, вот этот цвет травы, этот цвет деревьев немного печалит, потому что он такой желтый, да, и то есть напоминает как-то осень даже, если честно. А мне не хочется. Поэтому я люблю в таком, знаете, лесу жить, чтобы все зеленое было. Мне кажется, это намного круче. Ничего нету, ничего. Мы будем, я не знаю, куда мы будем бежать в следующей серии, но куда-то в другую сторону. Потому что вы видите то, что в этой стороне мы ничего не нашли. Я не знаю, сможем ли мы убить Ликитунга, вряд ли. Хотя, по чуть-чуть, вот так, по чуть-чуть. А Байтам? Нет, Байтам нет. Он нас парализовал, паскуда. Он нас парализовал, паскуда. Паскуда! Да дубанит! Ух ты, куш. Ладно, возвращаемся домой. Ух. Так, ладно, ну что? Давайте вылечимся быстренько. Ну, у Гротала хотя бы уже 29 уровень. Это радует в какой-то степени. Это уже хотя бы нормально. Так, куда мы бежали? Значит, если мы бежали туда, значит, давайте будем бежать в эту сторону. Марипы. Флаффи тоже в... Так, Флаффи тоже вроде сойдет, да? То есть, с Флаффи тоже вроде падает. Сейчас посмотрим. Если мы, конечно, ее сможем вообще убить. Ну, сможем, сможем, сможем. С Флаффи нужно было ножницы сделать. Хотя две тоже нормально. Две тоже нормально. Даже очень нормально.
Даже сверхнормально. Ну, тебе мы вряд ли убьем. Да. Это даже лучше не пытаться. Две шерсти. Это. Да, вот это мы облутали. Это очень. Ух, черный. Черный я прикон, это круто. Ух ты нафиг, бульбасаврушка, бульбасаврушка. Даже если бы у нас были. Нет, это айвизавра. Тогда не нужно. Да, в принципе, почему я так говорю, да? Даже если бы у нас были болты, то я бы его вряд ли ловил, потому что. Ну зачем он нам? У нас есть гротл, нам с гротлом хватает вот этого всего, потому что гротл, ну, не всех сможет убить, даже когда мы вот сейчас нашли первого нашего босса в целом сезоне, то мы его и так не смогли убить, потому что. Ну, потому что огненный против травяного, это понятно. Ладно, если бы у Гротла еще, например, была там атака землетрясения, да, то есть. А он ее вроде изучит, да, но чуть-чуть дальше, позже. То может мы бы еще Вульпикса смогли убить. А сейчас. Сейчас нет. Сейчас. О-о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 -
Иди сюда. Как ты отлично нас напал. Я тебе сейчас отомщу. Зараза нафиг. Я увидел Марипа и хотел его убить, чтобы наконец-то выбить себе... Вот. О, еще один. Чтобы выбить себе... вот. Шерсть. А он убил его перед нами. Санкерн. Я не знаю, честно. Но пишите, ребята. Вот знаете что? А давайте мы... Я спрошу вас ваше мнение. Пишите в комментариях, кого вы хотите, чтобы мы следующих покемонов словили. Да, кто? То есть... Чё он прыгает? Смотрите. Бред какой-то. То есть, каких следующих покемонов вы хотите, чтобы мы словили? То есть, кто это? Ну, может, огненного покемона. Наверное, все-таки это будет огненный, но перед тем, как словить огненного покемона, нам нужно найти хотя бы... Что нам нужно найти? Горы. Нам нужно найти горы. А давайте, знаете что? А давайте мы оставим тут... А давайте мы оставим тут... Plains. Короче, пул. Напишем, да и все. Потому что, если что, мы сюда тпхнемся в следующей серии. А сейчас мы, ребята, топаем домой. На этом будем заканчивать. Гротла мы прокачали в этой серии до 30 уровня. С 12 вроде мы его прокачали до 30 уровня. Это нормально. Нашли априконы, да, мы нашли их. И, по сути, в следующей серии мы уже можем начать их начать выращивать, да. Потому что как можно быстрее нам нужно начать делать... покеболы, но все же в шахту и так нужно идти, потому что без шахты мы никак не справимся. И, кстати, вот что мне сказали, поправить вот эту фигню, поставить вот этот мод на shift, то есть нужно найти залежи угля и попробовать, действительно ли вот это работает. Вот, давайте сюда спустимся, как раз под нашими ногами находится шахта. Опа, вот, смотрите, сколько. О, давайте Ага, это же не ломается. Круто. О, вот, смотрите, на shift. Да? Ну, на shift то на shift. Но я не хочу на shift. А почему я не хочу на shift? Вот так. Потому что на shift это вот так ходить, да? А если на control... Да, да, работает. Спасибо вам, ребята, потому что, честное слово, я не знал. Я не знал, как это работает. Вы видели то, что я... как-то пытался, но оно не очень работало. А это полезная хренотень. Ну, как по мне, как мне кажется. Вот смотрите. Все, не волнуйтесь. Ребятушечки, не волнуйтесь. Знаете, почему не волнуйтесь? Потому что сейчас шахту начнет... Походы в шахту будут намного приятнее. Потому что, видите, вот железо. Выкопали одно железо, появилось 10 железа. Ну, я приблизительно. Это не читерство, а по сути, да? Это круто, это круто, это очень круто. А что нам сейчас терять? Даже если он нас убьет, хотя когда же, он нас убьет, потому что мы парализованы. Вашу нафиг.
Мы вернемся домой. Ух! О! А еще и алмазик выпал. Вот нам повезло. Вот нам повезло. С алмазиком. А знаете что? Мы, наверное, сюда вернемся в следующей серии. Вот. Потому что у нас уже кирка сломалась, но зато мы добыли 14 железа. Мы сюда вернемся в следующей серии. Ребята, вы видите? Вы это видите? В шахту ходить намного приятнее. Это дождь. Это дождь. Ладно. Ребятушки, давайте на этом заканчивать. Набираем 800 лайков. Выходит новая серия. Оставляйте свои комментарии. Не стесняемся комментировать. Я стараюсь прочитать каждый ваш комментарий. И также постараюсь ответить на каждый из них. Также подписываемся на мой канал. Вы станете членом большой дружной семьи. Поэтому, ребята, не забываем подписываться. Не забываем комментировать, ставить лайки. И также всем спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, какого следующего покемона вы хотите, чтобы мы словили там Чимчара, Чармандера. Ну, перед этим нужно хотя бы начать делать болы, потому что без них не выживем. Но походы в шахту мне... Видите это? Нажали, выкопали, пух, выпало все. Поэтому, мне кажется, это нормально. Ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Пока.